obsess upon, cause I'm no surprise. No, I should be. And
Всем привет! Немножко вас заинтриговал. Но это ж все нас ждет впереди. А пока 16 марта 2023 год. Долгожданная для всех нас дата. Для меня она долгождание втройне, потому что я 3 года уже не выезжаю на такого рода наши дальние покатушки, как мы их называем. По ряду различных причин, хороших и всем известных не очень. Но я не сидел сложа руки. Я строил свою машину, мой Nissan Patrol. Об этом я расскажу в течение фильма и покажу, конечно же. Вот. А пока труба зовет. Обожаю эти мгновения, когда твоя машина до горла наполнена жидкостями, такелажем, провиантом, и ты делаешь вот такое телодвижение. В замке зажигания вкл, в голове на 3 недели полный выкол. Ты сейчас медленно будешь отпускать сцепление, и позади тебя остается вся суета-сует. А впереди предвкушаемая всеми нами ее величество неизвестность. Этот раз мы едем в Марокко. Погнали! Хотели же брать их не пиво попробовать для завтра. Речка. Итак, перед нами 8000 километров нашего маршрута. Настроение у всех бодрое, эмоции зашкаливают, потому что мы снова окунулись в нашу дорожную стихию. Кстати, о дорогах. Кто-то из великих и мудрых сказал, сейчас не помню имя, быстро так допустил.
навскидку, такую афоризму сказал, что если у тебя есть цель, то найдется и дорога. Джордж Клейси, Бог, вспомнил. Так вот, у тех, кто любит такого рода мото или автотуризм, тем более внедорожный, у них философия своя. Для нас, по сути, дорога является целью. И чем больше наматывает колеса твоей машины километров, тем эта цель интереснее. Ты не можешь знать, что у тебя будет не то, что завтра, а что у тебя будет за следующим поворотом. В этом вся прелесть. Поэтому для нас наша цель заканчивается именно тогда, когда мы глушим моторы порогов своих домов. Ленурка, запомни эту фразу. Сегодня вечером мы обязательно за это выпьем. Будет хороший тост. Наводящие слова. Порог дома, моторы, цель и дорога. Едем дальше. Те, кто давно следит за нашим маленьким ютубовским творчеством, наверняка заметили, что этот фильм пойдет немного в другом формате. И ваш покорный слуга, иногда его небритая физиономия или просто, как сейчас, голос за кадром, будет сопровождать вас в течение всего нашего фильма. Я, конечно, журфаков не заканчивал, и мой русский, на мой взгляд, немножко далек от совершенства, но я все-таки постараюсь, пусть не на пятерочку, но на твердое хорошо, осветить все, что случилось, все, что нами переживалось, все наши эмоции. Вот, находимся сейчас мы посередине Гибралтарского пролива, здесь буквально 15 километров, полтора часа ходу на пароме, и в его кильватере сейчас остается берег Испании. А впереди северные ворота Африки, город Танжер, куда буквально через полчаса ступят резиновые копыта наших железных коней. И оттуда все начнется самое-самое интересное. Thank you.
Все, я пропустил. Привет, как дела? Хорошо. Хорошо, все нормально? Два, три. Марта, выехали сегодня из города Шевшуэн, походили, посмотрели, очень нам понравилось, и тем более особенно ленурки, потому что он впервые здесь в Африке, вот, и потихонечку день за днем привыкает к этой культуре, к правилам дорожного движения и так далее, потому что там, ну, действительно, люди абсолютно не обращают внимания на машины, а машины не обращают внимания на людей. Поэтому как они там друг с другом живут, они, наверное, себя чувствуют как-то. Но нам это после Европы, конечно, очень-очень впечатляет. Ну, у кого-то назад пахло, что ли. Вот, сейчас идем по направлению к ФЭСу. Час дня.
Там будем, значит, спонтанно уже определяться, где нам встать. Выехали, сейчас начались уже отлоги Высокого Атласа. То есть будем уходить постепенно в горы. Перемахнем их, и перед нами откроется восточная часть этой уникальной страны, куда мы, в принципе, и рвемся, потому что там чем меньше цивилизации, тем нам лучше. Вот. То есть начинается уже Сахара. Вот. Движемся сейчас колонной. Все в сборе. Красиво идем. Ну и вечером будут новые, скорее всего, приключения. Пока все идет по плану. Thank you.
что, можно казаться там? Очень. Ну я. Псан, Сахара, Сахара, Мерцуга, Мерзюга, РГБ, Сахара, Мерзюга, смотри, Маракеш, Агадир, 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 Маракеш, и домой. Домой. И не надо, я не ударил, я через налей, через сразу дерешься. Так что еще нам ехать и ехать. Я его не ударил. Это не ударил. Давай, брат. Что такое? Что такое? А, я уже, уже. А, твои, твои, да? Твои. Это не напряжно. Боб, я-то поставлю, ты же не идешь, ты же режешь. Сюда. И потом... Да. Да. И вот смотри, отсюда, отсюда... Подожди, подожди. Отсюда до сюда. Сколько километров? Расстояние. Вивайт. Сейчас, сейчас. Я ему сейчас инженерскими этими нарисую. Смотри. Это мы, да? Бля, тропка, скажи нам. Стоп, стоп, стоп. Дамба. Валюха. Кипит такая. Потихоньку. Я вчера вообще не... Один... А, ты вчера вообще не пил. Километр. Я с вами в одном день. Один километр. Два километра, три километра, четыре километра, сколько? Три километра, три километра. Три, он же по-русски заговорил. Три километра и потом пошел. Ой, окей. Это я хотел узнать. Рыбу, блядь, не выведешь нам, Короче, наклейка на машину, да? И еще останется, можно, где мы едем, какое-нибудь хорошее место. Обычно там клеят тоже джиперы, знаешь? Да, путешественники клеят, типа... Да, так, еще раз, я такой. Да, вот твоя висит, этот пиджак твой. Вас доволен. Ойген. Ойген. Не, вот это твой, твой. Я тебе переберу. Ач, шляп. Довольный? Это 2017 год, то есть сколько уже, 6 лет назад мы ехали вот с такой футболкой. Вот. И сейчас мы едем вот с такой футболкой. Скромно, но времена меняются. Да, да, хорошо. Там и горы, и дороги даже. Он идет. Ну, снимай. Не-не. Ё-моё! Ё-моё! Генок танка. We'll be right back.
лебедки. Тросы чуть дернут его за дергач. Далее она села на мосты. Бесполезно ее копать. Виктор, впечатление? Офигенно. Это лучше, чем квад. Это лучше, чем. Видишь, сегодня ты говорил, квад, лучше квада нет ничего. А сегодня уже видишь, на джипе оказывается все другой кайф, да? Я думаю, что мой гелик когда-нибудь то же самое. Сюда нырнет, да? Сюда нырнет, точно. Будем надеяться, да. Пока он в пути еще. Еще раз, 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 вот уже, давай назад, назад. Сделать одно побольше, чтобы вовнутрь вставить трубочку, чтобы там гидродром была трубочка, чтобы не сдавливалась при затяжке. Здесь, на этом месте, была наша крайняя ночевка. И уже с утра, традиционно, прокатнув на запаске всех тех, кто впервые с нами, посвящая тем самым их в джиперы, большая часть нашей команды двинулась по направлению к дому. А мы четырьмя экипажами пошли южнее. Всего еще было очень много, и серые пески Эрг-Джигаги, и бескрайние просторы высохшего соленого озера Лакирики, и горы Антиатласа, Эссуэра, что на берегу Атлантики. Ну и, конечно же, город Тысячи и одной ночи, Марракеш. Но это все совсем другая история. А сейчас я вам говорю Оман. Оман, что в переводе с арабского означает мир. Мира вам всем. Всем вашим любимым и близким людям. И до следующих горизонтов.
Yeah.